приветствовать на своем канале. Зовут меня Елена. Предлагаю вашему вниманию обзор набора Dimensions «Элегантный портрет». Это обзор по запросу Оксаны Терезы. Оксана, извини, что не сразу я сняла это видео, так как просто не было времени. Набор, номер этого набора 3767. Элегантный портрет, размер 25 на 43 сантиметра. Вот такая вышитая дама. Обратите внимание, на обложке оформленная работа, и по краям набора идет кружево. Это не вышивается, это кружево пришивается. Я уже смотрела на 6 часов оформленные картины по этому набору вышитые. И идет это кружево, кто пришивает, кто не пришивает. Но действительно смотрится, я считаю, с кружевом очень хорошо. И цвет фона, это в наборе лен. Редко когда в наборах Dimensions есть лен или равномерка. В основном знаем Аида достаточно, причем жесткая. А вот в этом наборе лен. И вот если мы посмотрим по картинке, то можно заметить, что лен он такой, знаете, как натурального цвета, такой как-то серовато-бежевый такой. На самом деле лен он достаточно коричневатый, наоборот бежевый. Никакого серого подтона нет. Набор китайской сборки. Я набор этот не открывала, открываю сейчас с вами, с удовольствием его рассмотрю. Очень мне нравится эта картина, поэтому буду я этот набор обязательно вышивать. Я его открываю при вас. Так. И как все упаковано. И сразу убираю пленку, потому что бликует эта пластиковая упаковочка. Итак, что мы здесь видим? Видим бисер, входит набор. Бисер, такой желтенький бисер. Дальше две планшетки ниток. Нитки здесь металлизированные есть, но их очень-очень мало. Здесь, если посчитать по этим ниточкам, 7 металлизированных нитей, причем они уже разделены по одной, то есть не надо их там разделять, они уже по одной, 7 нитей. Вот такого серого цвета здесь 14 пазм. И сколько здесь присутствует цветов? 30 цветов присутствует в этой работе. Но считаю, что не так много 30 цветов для такой картины. И на планшетке, если посмотреть, то ниток, не скажу, что сильно много. Потому что зашивка не полная, как вы могли заметить. Дальше. Вот здесь есть еще пасмы запасные. Вот они в таких наборах всегда так скреплены. Белый цвет идет здесь, а бежевый. И серенький цвет, то есть три таких комплекта нитей тут запасных. Дальше мне очень интересует сама ткань прежде всего. Так, бисер откладываем. И вот этот лен. Очень приятный, хочу сказать, на ощупь. Он накрахмаленный, но он, естественно, не деревянный, очень приятный, но не рыхлый. Мне он этот понравился. Он не мелкий, он 28 каунта. Достаточно, я бы так сказала, хорошо видны все дырочки, очень равномерный лен. То есть ткань равномерная. Ой, красивый лен, мне очень понравился. И цвет, и качество. Далее, что здесь идет? Так, что мы видим? Мы видим инструкцию по вышиванию. Это, наверное, общая инструкция Dimensions наборов. Как закреплять работу. Правила все на английском языке. Так, у нас идет игла. Даже две иглы. Одна игла идет, скорее всего, для вышивки, а другая такая тоненькая с маленьким ушком, это идет для бисера, я так думаю, игла. Ну или для боксича идет иголочка такая, две иголочки. Дальше давайте посмотрим все до конца. Инструкция здесь, натягивать, и здесь у нас идет схемка. Так, схема получается 160
два крестика вот здесь идет в ширину. Ну и в длину, сколько она будет длиной? Здесь длину по буквам. Набор, скорее всего, старый. Сейчас так вот чем-то они делают. Я что-то не помню, чтобы вот здесь боку было по буквам квадраты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Получается, ну, 240, если не ошибаюсь. Можно последние квадраты неполные могут быть. Как вот видите, здесь вот сверху отступ идет, не полностью вышивается. Поэтому нужно еще будет пересчитывать. Ну, схема, что могу сказать, она не слишком крупная, не слишком мелкая, такая средняя. Достаточно все читаемая. Схема легкая, так как, на мой взгляд, большие участки зашиваются одним цветом, даже вот в этой юбке. Честно, я когда смотрела набор, ну, на работу, мне казалось, что вот сложно. На самом деле нет, будет быстро вышиваться. Скорее всего, долго набор у меня этот теперь открыто лежать не будет. Я буду вышивать очень здорово, очень красиво. Будет и бэксича здесь, но не сказать, что ужасно много. Так, в общем-то, нормально. Видно разный цвет бэксича и цветосимвольная система. А здесь вот сбоку букет. Скорее всего, вот эти вот, это может быть лази-дези, надо еще смотреть, вот эти вот цветочки, букетики присутствуют. И верхняя часть дамы, тоже достаточно все, мне кажется, просто, ничего здесь сложного абсолютно нет. И вот этот букет, он вот здесь, вот лази-дези букетики. Теперь давайте рассмотрим другую сторону. Вот еще здорово, здесь у нас разделены на листы эта работа. И сверху тоже бэксич, вот отдельный такой листочек. Здесь очень мелкая схема, все в одном. Лист А и лист Б. Сейчас в наборах Dimensions так, по-моему, не делают. Я вот не видела, чтобы вот так вот отдельно шло. Все идет вместе. Это что значит старый набор? Набор уже снят с производства. Поэтому у меня, можно сказать, раритет. Если вам попадется, имейте в виду вот раритет. И здесь вот полностью все. Конечно, по этой схеме вышивать невозможно, очень мелко. Ну, в принципе, можно при желании, если положить сверху лупу. Но очень удобно, что вот все вместе на одной картинке. Жалко, что сейчас они так не делают. И вот здесь у нас что идет? Здесь у нас идет ключ. Вот на этом листочке ключ идет. Что мы видим здесь? Вышивать через две нити переплетения, как я и полагала, что будет 14 каунт. Вот. Дальше здесь показывается, как вытаскивать одну пасмочку, что здесь делать. Ну и идет объяснение, инструкция, ну и вот полукрест. Так, ну вот, вот такой вот листочек. Дальше давайте смотреть, что там у нас идет. Так, это мы все с вами посмотрели. Здесь перечень цветов, получается, идет, которые используются, и номеров. Так, это у нас вот как вышивается лази-дези. Как вышивается, это что у нас, французские узелки идут, это у нас выкладная нить, кординг идет, как делается этот кординг, значит, у нас здесь присутствует кординг, или может быть это стандартная инструкция, и как вышивать бисер, то есть идет. Так, и вот крест, полукрест, бэкстич, и еще какой-то стич, интересно, это за стич идет. Ну, вот такая вот схемка. Дальше еще один листочек. О, на русском языке все-таки что-то есть. Ну, неужели? Так, вот у нас идет тоже опять-таки лист, перечень всех цветов и ключ. Итак, вот у нас крест, вот бленды. Бленды, вот идут просто крест сложения нити. Да, и там разное сложение нити. Это в три сложения нити креста, а вот четыре сложения нити. Это полукрест идет бленды, потом идет чистый полукрест. В три нити практически весь полукрест вышивается. Бэкстич в одну нить, в две нити вышивается. Это у нас идет, скорее всего, вот это вот кординг, наверное. Ну, да, кординг, когда ниточка в одну и в четыре нити пришивается. Так, это у нас... А нет, это вот у нас выкладная ниточка будет идти. Ага, а это кординг просто идет. Вот, честно говоря, я отличие вот этого до сих пор толком не пойму. Все равно все скручивается и все пришивается таким образом.
Разницы, честно говоря, я так и не поняла. Хотя вышивала я, когда мамину чашку, там то и то было. И, в принципе, мне кажется, особо разницы нет. Единственное, что толще, конечно, выкладная нить крутится. Дальше идут это лазидези, скорее всего, вот такой значок идут. Французские узелки идут. И идут бисер. Вышивается. И на русском языке один листочек есть. Общая информация по вышиванию крестом, ткань, нитый порядок, глоссарий. И вот здесь вот самое интересное, что вот на английском языке, что там написано. И вот на русском идет перевод. И здесь также идет объяснение на русском языке, как пришивается полукрест, крест, французский узелок, петельки, вот эти лэзи-дэзи, как пришивается, выкладная нить, создание жгутика, как делать. И лента. Ну, ленты здесь в этом наборе нет, поэтому, скорее всего, это вот идет общая инструкция для наборов Dimensions. Ну вот, набор, я считаю, что, в принципе, несмотря на разные техники, мне кажется, особой сложности не будет. И вот я вам показываю ткань. Ну вот, смотрю, камера все-таки обманывает цвет. Она показывает одинаково, что здесь идет цвет, что на картинке, что ли он. На самом деле цвет разный. Вот этот он как серый показывает, а он такой, это все-таки как коричневатая ткань, бежевая. Скорее всего, и фотография поэтому так и получилась, как камера показывает, что она серая идет. Ну вот, на самом деле он коричневый идет. Ну, вот такой набор интересный достаточно, понравился мне. Я считаю, что, несмотря на, я повторюсь, на много-много разных техник, вышиваться будет очень даже быстро и легко. Ну, по крайней мере, мое такое мнение, а как оно там в итоге будет, не знаю. Очень красивая дама, портрет элегантности. Ну, на этом все. Спасибо вам за внимание, всем всего доброго, пока-пока!